Кейт, это папа. Я хотел сказать, что мы тебя очень любим. Мы надеемся тебя найти очень скоро. О чем ты? Где она? Где наша дочь? Но здесь камеры! Остановитесь! Живо! Мою дочь похитили 3 года назад, поэтому она меня не узнала. Мы найдем ее. Гуппи помнил так много всего, что хотел забыть даже о хорошем. Плохое уже случилось, и с этим придется жить. Жить дальше? Это возможно? Хотим ли мы этого? «Дитя во времени» в Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум. Thank you.